Внимание, счетчики на 20 секунд отстают. Одна минута прошла. На первом помосте на втором помосте выступает Баранов Артем. 147 подъема зафиксировал в упражнении толчок. Лучший соревновательный результат в упражнении рывок. 173 подъема. На третьем помосте выступает Морозов Игорь. 38 подъемов зафиксировал спортсмен в упражнении толчок. Лучший соревновательный результат в упражнении рывок. 168. На четвертом помосте выступает Москаленко Алексей. Красноярский край. 122 подъема зафиксировал в упражнении толчок. Лучший соревновательный результат в рывке – 168. И на пятом помосте выступает Овсяников Егор, город Москва. 126 подъемов зафиксировал спортсмен в упражнении «Толчок». Лучший соревновательный результат в упражнении «Рывок» – 156 подъемов. Прошло 4 минуты. 20 секунд опоздания времени на табло.
выступление Баранов Артем с результатом 132 подъема. Один. Стоп.